И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Realm Total War, и сейчас у нас 4 отряда благородных скифских конных лучников воюют против вот такой вот небольшой армии Августа, которая находится в таком замечательном городе, как Афины. 217 человек на 405. Вопрос встает такой интересный, возьмем мы за один ход Афины или нет. Если возьмем, замечательно, если не возьмем, немножко печально, но ничего страшного, расстраиваться мы не будем. Все-таки. Самое главное, чтобы вот эта вот армия капитана Герения не подошла на этот ход и нас от Афин не прогнала. Поскольку если прогонит, будет довольно печальным. На данный момент моя задача это приблизиться все-таки к Риму. Хотя бы на один город. Начать его осаждать, может даже города. Тут сугубо по факту посмотреть надо. И помимо этого, в Греции начинать забирать тоже города. Это тоже немаловажный момент для меня, получается. Ладно, пока я буду уничтожать гарнизон врага, ставлю паузу. Так, результат меня немножко удивил, конечно. Мы побеждаем сейчас здесь и побеждаем вполне неплохо, как вы можете заметить. У противника армии почти не осталось. Мы в этот момент замечательно добиваем остаток всех войск и ждем, просто когда одни выйдут из поселения, другие будут... А, даже вот так вот, завершение битвы, героическая победа, 17 человек у противника осталось. Замечательно, Афины наши. Вот так вот быстро взяли Афины, без пехоты. Сарды взяли в осаду. Ратаксу тоже в осаду взяли. Ну, сейчас что-нибудь еще возьмут. Вот Аремин и Сигесту надо попытаться в эти ходы взять, пока видео идет. По крайней мере, испытать удачу на этом. Нанимаем сразу бойцов. Немало отборных лучников. И порядок, да, увеличился на 10%. Но 10% это все-таки мало. Это ничто, по факту. Поэтому нанимаем отряды дополнительные. Так, не лодку. А кавалерию. Сюда еще кавалерию. Вот здесь вот замечательный кораблик с такими вот наемниками. И прикидываем в Афины. Ты возвращаешься обратно. Из Родоса корабль идет сюда. Ага, Египет мы еще и встретили по дороге. Ладно. Ладно. Я не против. Встретили, встретили. Идем вот таким путем. И движемся. Все, движемся и движемся в сторону поселения. Точно. Тот же вот этот тред стоял, который не пускал. Вот такая замечательная армия. Собираюсь как раз Тарас взять. С учетом того, что там воинов не так много. И с такого момента, что можно еще показать? В принципе, не так много. Потави, чума кончилась, неужели? Удивлен. Чума кончилась, это меня радует очень сильно. Но бунт. Пошел бунт в этот раз. Бунт это не очень приятно, если честно. Ну ладно. Как-то перетерпим. Благородных всадников берем сразу, переобучаем. Если точнее быть, то не переобучаем, а экипировку меняем им. Здесь по факту все. Я сделать ничего не могу, но нанимаем благородных. И можно отсюда вот пойти вот сюда. Либо собрать армию опять и двинуться уже на Сигесту. Как раз из Медиалана можно будет потянуть еще войска. Лукдун, у тебя тоже все неплохо. Тоже нанимаем благородных. Так, Триер. Все печально, Бадавадур. Печально. Бардескольм.
Ну, так, специфически ты себя чувствуешь, но выведу а тут пока войска немножко самым главным генералом Магензак. Два отряда благородных сюда. И Магензак сразу покраснел. Интересно. Трира, я у тебя тоже забираю два отряда. Дамы пока пустой. А, ну да, я же из дамы специально крестьяна собираю и отправляю. Вот там ловец яиц, поскольку 2000 надо на повышение поселения. Как быстрее людей нанять? Как раз-таки вот таким вот путем. И найм быстро идет, и постройка нового поселения. Так, поселение гетов мы сейчас будем захватывать. Вот такая замечательная армия. У нас имеется целая одна осадная башня, и битва началась. Подкатываем башню к стене. Как раз у нас стрельба открыта. И уничтожаем бойцов. Просто претарианцы разлетаются, как поросята. И наша башня тоже, как поросенок, сгорела. Да. Ну ладно, бывает. Попытка номер два, и сразу у нас довольно неплохо все выходит. Мы занимаем позицию у башни, и она как раз-таки находится вблизи стен. Наши крестьяне уже заходят на нашу башню и вражеские стены моментально почти. И крестьян сразу мы уведем куда-нибудь вот сюда, чтобы ворота занять. И помимо того, что занять надо ворота, надо сделать что? Правильно. Это уничтожить отряд. Так, к городу претарианцев задержать. Вас завести внутрь. Еще крестьяне должны взять, подойти сюда, зайти в само поселение. По крайней мере, попытаться это сделать. Так, благородные, давайте сейчас по-быстрому вы сюда вот встанете и окажете содействие как раз-таки нашим. Ладно, они не смогут. Обычные. Окажут содействие такому замечательному отряду, как крестьяне. Тем более наши крестьяне в таком немножко неудобном положении стали. Ага, противник начал уже заходить на эту часть, слазить со стен и пытаться нас уничтожить. Ну ладно, пытается и пытается, как бы дело его, а мы в этот момент будем его продавливать. И просто немножко вышел бойцов, а он как бы полетел на этом замечательном. Все. Отряд крестьян сюда. Второй отряд крестьян пойдет куда-нибудь сюда. Ворота под нашим контролем. Как раз таки. Делаем вот так. И все. Радуемся жизни. Берем и радуемся. Немножко придется пожертвовать кавалерии своей личной. Но, ладно. Оно того стоит, поскольку мы захватываем поселение у противника. Помимо того, что захватываем поселение, так мы получаем немаленький доход с этого. Земли, людей. Ну и тем более свои земли возвращаем под свой контроль потихоньку. Все-таки поселение гетов довольно долго под нашим контролем какое-то время было. Если начинать вспоминать начало как раз таки прохождения, то там вы увидите как раз таки это, что я владел поселением гетов. Да, оно в самом начале не было моим, но я его забрал. И поскольку я его забрал, оно и стало моим. Как-то так. Ладно, до киевскому этому поселению идем про Лису и посмотрим точно, что там, как там. И может что-то сможем сделать, как раз таки пойти войной на то поселение.
Афины берут в осаду. Скифов берут тоже в осаду. Неудивительно. Ну, здесь я, пожалуй, отступлю. Да, получилось отступить. Ага. Вот эти бойцы. 592 на 1200 почти. 1, 2. Ну, 2 отряда прачников, фигня. 1 отряд лучников. Обычных лучников тоже фигня. А вот колесницы, ну, уже такой момент. Потяжелее будет. Итак, в Паролисе сейчас только один генерал. Вот. Этот самый генерал. И у меня сейчас идея такая заключается. Небольшая хитрость, можно так сказать. Подводим сюда отряд как раз конных лучников. Паролису еще этих всадников подводим. Атакуем этого генерала. И сразу мы будем уничтожать вот его. Уничтожим этого генерала. Поселение останется без защиты. И можно будет попробовать выйти сразу из боя. И теми всадниками зайти в поселение и удержать его. Можно будет попробовать по-другому. Сейчас посмотрим, как все пойдет. Для меня самое главное, это все-таки, чтобы я мог быстро и довольно эффективно уничтожить вражеского генерала. По идее, генерал должен отсюда пойти, но не факт. Ну да, по идее здесь. Ну вот, сказал же. Потому что, по идее, он здесь должен быть. Так, по-быстрому занимаем позицию. Все три отряда встают на позицию. И начинают вести огонь по генералу. Противник сейчас должен начать нести потери. И потери должны быть довольно эффективны, большие. Но, увы, что-то не так идет. К сожалению. Угу. Угу. И за все это время ни одного. Просто ни одного мы не убили. Бойцат. Фигово, если честно. А, все. Двое погибло. Хорошо. Давайте зажимаем. Быстро зажимаем. Я не то нажал случайно. Просто у меня микрофон торчит и... Все-таки кнопки не всегда видно. Нормально. И вслепую я нажал не на ту кнопку. Все, генерал погиб. Акирана побежала. Ну и мы сами тоже отступаем. Но сейчас попробуем вот так вот. Через такую систему сыграть. Что из этого выйдет? Поселение пустое. Уже это 100%. Ладно, эти бойцы отступили, а вы... А вы не можете зайти. Блин. Обидно. А немножко переиграть момент этот можно. Хорошо. Просто изначально как мы поступим в таком случае? Вот эти отряды, три, сюда подходят. Смотрим здесь. А, я не туда поставил их. Вот все-таки немножко это интересно получается. Я вот продолжаю битву и просто охрана полководца у противника рассыпается на раз-два. С учетом того, что бойцы те же самые. Огонь тот же самый идет. Но факт остается фактом того, что он рассыпается. Типа, почему? Как такое происходит, а? Ну, это странно просто немножко. Выходит? Ну, ладно. Выходит. Бывают такие моменты. Да, сейчас не получилось, но мне было сугубо интересно, если честно. Посмотреть на то, какой результат из этого выйдет. И мы изначально не доходим. То есть можно было изначально и забить. Ага. Ага. Ладно. А, у меня еще и минус в деньгах. Понятно. Печально. Ну ладно. Здесь у нас армия собиралась как раз таки. Бодавадор. Отряд есть. Готовый. Выступает сюда. Еще два отряда сюда двигается. Магенцак. Пустотрир. Отряд. Все.
там 5, если не ошибаюсь, да, 5, 7, 8. Угу. 8 здесь. Ну и отсюда еще 5. То есть примерно 13 отрядов будет. Ну вот отсюда еще 4. И здесь. Просто еще такая вот проблема вылазит. Вот этот отряд. Угу. А если мы сейчас сделаем... Мы сейчас вот так сделать не можем из-за этого отряда как раз-таки повстанцев, мятежников. Их быстро уничтожим и посмотрим походик уже на два города. Просто Ремин здесь и вот здесь еще один стоит город. Просто вопрос такой встает ребром. На какой из этих пойти? Если быстрый на Ремин будет, то на Ремин. Если на вот этот город, то туда. Вот и все. Так, Армин мы уже доходим, а сюда из-за этого отряда не можем. Хотя там один отряд, поэтому посмотрим. А вышку не скрывает. Блин, здесь вот реально такой момент получается, поскольку мы... В случае чего можем здесь кораблик построить и вот так вот перекидывать. Вот здесь у нас такой момент. Пролет. Мы закрываемся Гесту на пополнение. Поскольку Медиаланий, Потавий, вот этот город будет. Лукдун, Василия. Города закрыли все подходы к Сигесе. Если я буду, конечно, нападать на отряды, которые тут будут мотаться. Если Ремин, к Сигесе подход будет, и без проблем, вот здесь вот могут пройти Юлии. Но! Как раз и такой момент. Что Ремин, что вот этот город, он вблизи к Риму. И поскольку вблизи к Риму, отсюда могут что сюда пойти войска Сената. Блин, сложно. Ладно, я пойду на Ремин, поскольку я Ремин точно могу взять в осаду на следующий ход. И будет мне тяжело. А вот здесь уже такой момент. С вопросом. Немалым. Ну ладно. К Афинам подходим. Опять. Афины в осаде. Спарта 3 отряда, Коринф 2 отряда, 5. Так, пусто вообще. А, нет, не пусто, 3 отряда. Угу. Но в Афинах как бы такой вот результат. Я вообще планировал из Родоса армию перекинуть. Но я сейчас даже не знаю, что делать. У меня здесь флот уничтожен Египтом. Поскольку флот Египтом уничтожен, такой момент по переброске армии становится. Ну ладно, мы уже берем Тарас в осаду и наблюдаем за этим. Как долго будем мы держать его в осаде? Я думаю, к этому моменту уже к Риму мы подойдем, когда возьму этот Тарас. Поскольку раз армия в Тарасе, вторая армия видели... Вот такая вот замечательная. Угу. Ладно. Весело все из-за этого будет выходить. Ну ничего страшного. Как я говорил, то что буду подходить к самому Риму. Моя цель. Уже я подхожу, армию собираю. И в принципе можно заканчивать на этом видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока.